Цветущие кустарники, по словам садоводов, несомненно, будут отлично дополнять ансамбль растений на участке. Они притягивают внимание к себе и одновременно выгодно подчеркивают соседствующие растения. О том, как украсить свой участок цветущими кустарниками и как правильно за ними ухаживать, расскажет наш эксперт Вера Глухова. Здравствуйте, дорогие друзья! В садовом центре самый разгар цветения азалий и рододендронов. И сегодня мы будем дальше знакомиться с цветущими кустарниками. Несмотря на погоду, цветет спирея Gold Fontan. Золотистая спирея великолепно будет смотреться на фоне зеленых растений. Яркие такие золотистые листья и цветы, белые цветы. Белоснежная золотистая спирея. Цветет калина розеум. Вот такие огромные шапки белоснежные. Вырастает эта калина до 3 метров высотой и диаметре до 3 метров. Получается огромный кустарник. Белоснежными цветами цветет спирея вангута. Это высокий кустарник, который можно использовать в качестве живой изгороди. И если нужно закрыть какой-то забор, постройку, великолепное растение. Цветение продолжается где-то 2-3 недели, а потом уже стоит просто зеленый кустарник. Очень красивая крона, и формировать его нужно будет ранней весной после того, как отцветет. Не упустите шанс полюбоваться цветением азалий и рододендронов весной.